Здравствуйте, наши любимые зрители. С вами снова мы, ваши верные ведущие Алина, Виталик и наша новая ведущая Анастасия. Здравствуйте, дорогие зрители. Добрый день, меня зовут Анастасия, и сегодня у нас очень полезный выпуск. Мы выбираем мебель. Легко ли обставить квартиру в Алании? Где лучше купить мебель и предметы интерьера? В принципе, здесь ничего сложного. Да, ничего, Виталик, если знаешь, где что искать. Вот куда ты пойдешь, чтобы купить удобный, мягкий и функциональный диван, а? Я уверен, это не проблема. Диван в Турции можно купить на каждом углу. Итак, мы начинаем с магазина нашей компании «Юрсес Мобилия». Он расположился в самом сердце города. В ассортименте вы найдете широкий выбор мебели для каждого уголка вашего дома. От уютных диванов и комфортабельных кроватей до стильных столов и кухонных гарнитуров со стульями. Во всех наших шоурумах мебель именно отсюда. Идеальное сочетание стиля и качества. А сколько же в среднем здесь стоит диван? А вот сколько. А мы продолжаем. Истикбаль. Современная дизайнерская мебель из Турции. Для изготовления данной продукции используются высококачественные материалы и современное оборудование. В данном магазине представлен большой выбор коллекций для спальни, гостиной и столовой. А вот и диван. Мне нравится. Цена и качество. И невозможно обойти вниманием магазин «Вивенца». Качественная и стильная мебель, постельное белье, свет, декор и прочее. И да, здесь регулярно бывают очень заманчивые спецпредложения, как вот этот диван. Именно в этом магазине я подобрала большую часть мебели для своей квартиры. Итак, следующий магазин – Келебек. Разные стили и цветовая гамма. Мебель для спальни, для детской, гостиной, кухни и ванной. Садовая мебель, декор, освещение, ковры и подушки. Тут есть буквально все. И стоит помнить о таком плюсе, что большинство магазинов привезут и соберут вашу мебель совершенно бесплатно, что очень удобно, согласитесь. Все, не могу. Сегодня куплю какой-нибудь диван. А вы делитесь мнением в комментариях под этим видео, какой магазин вам понравился больше всего. И обязательно подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!